Я хочу сказать о провокаторах, которые жаждут раскола среди этих двух народов. В пору интернета очень легко вводить смуту между братьями, ведь жаждущие люди поссорить нас могут, сидя дома наглым образом, от наших имен писать лживые и неправдивые вещи о нас. Испокон веков в войнах идут в бок о бок вместе, как одна семья. Если сыт будет чеченец, сытым будет и ингуш, или наоборот. У нас почти один язык, одна традиция, одна культура, одна вера в единого Аллаха, Альхамдулиллах. За пределами родных земель нет такого, что ты чеченец или ты ингуш, есть только в войнах.